В Астане открылась туристическая зона «Экспо-2017». В первые два дня ее посетили 18 тысяч человек. Спустя пару месяцев после закрытия международной выставки свои двери вновь распахнул павильон «Нуралем». Теперь это музей энергии будущего. Также казахстанцы могут посетить зону лучших практик. В ней представлены 24 мировых проекта возобновляемых ресурсов. Кроме того, открыт арт-центр. Здесь сейчас выставка современного искусства. Отмечу, в первые два дня вход на территорию был бесплатным. Официальная продажа билетов начнется 14 ноября. Вход для взрослых 1500 тенге. В три раза меньше это обойдется школьникам и пенсионерам. Всего 500 тенге, студентам 800. Бесплатно посетить выставочные павильоны могут участники войны, инвалиды, дети-сироты, многодетные семьи и малыши до 6 лет. Для тех, кто приедет в экспо-городок на личном транспорте, первые три часа парковка будет бесплатной. Затем по 100 тенге в час.